находится в заболте. Давайте смотреть. Меч между линиями. Получил мяч, сыграл на третьего. И здорово Подольский пробил в самую-самую девяточку. Там ни один вратарь мира не смог бы вытащить. И, конечно же, Шурли тоже нужно отметить, который здорово отскочил. Поставил мяч Подольский. И здесь, конечно, Лукаш своей убийственной левой в девятку просто...